У меня такой вопрос. Мы с мужем уже женаты 2,5 года и хотим очень деток в нашу семью пригласить. Можете подсказать, что для этого нам нужно делать? Дети не приходят. Ну, а вы обследовались? Да. У него как? Хорошо, все. Ему надо начать бегать, у него холодное семя. Ему надо разогревать актив сперматозоиды, потому что они... Он бегает, футболом занимается. Ага. Так, вам нужно охлаждение, то есть у вас перегрет организм, наоборот. Это сырые овощи больше есть, зелень. Вот, в бассейн ходить, то есть или купаться на море, особенно летом, почаще. Вот. Йогой заниматься, пост на воде проводить. Можно семена поставить, у нас лечение есть. Мы ставим, стимулируем активность женской гормонов. Лечение дистанционное такое, не надо никуда ездить. Ну вот такие советы. Ну я ем как бы, я вегетарианка, ем как бы, ну, овощей много. Йогой занимаюсь. Не плаваю. Вот что вы, не люблю что плавать. Вы сегодня ели днем? Перечислите мне. Утром, днем ела макароны с сыром и грибами. Грибы вас разогревают, макароны тоже не очень хорошо вам, потому что они, ну, отягощают энергетику как бы придатков. Дальше. Обычно ем гречку, вот такой как бы кашу. Гречка не поможет вам зачать. Кабачки, тыква, патиссоны, капусты, которые растут, ну, все капусты. Потом дальше кешью, арахис. Это орехи, которые помогут. Кокосовый орех, авокадо. Кунжут. Вот эти продукты помогут зачать. А зерновые продукты... Грибы, допустим, они утяжеляют как бы энергетику. Жареная пища вообще не подходит. То есть нужно все тушеное есть. У вас слишком много огня в организме. Яйцеклетка от этого плохо развивается. Жареная стараюсь не есть, но ем иногда. В основном как бы печеное, вареное. По поводу авокадо и как бы ем такие, как бы овощи ем, но... Сырых как бы зима, как бы немного ем. Хорошо, полутушеные, тушеные такие, тушеные, но сыроватые чуть-чуть. Спасибо.